дорогие друзья, прозвучал стартовый сигнал, и спортсмены отправились на интереснейшую, но такую трудную дистанцию, как триатлон 2013 года. Элита мужчины, дорогие друзья, 1,5 километра плавания, 1500 метров, два вот таких вот больших круга с выбеганием после первого круга. Италия тоже позиция старта, и потом уже спортсмены переходят в транзитную зону, садятся на велосипед. 40 километров и 8 кругов от нашей спортсмены.